Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировские предприятия получили поддержку на развитие связанных с COVID-19 проектов. Общая сумма составила более 500 000 000 рублей. Выдана она предприятиям в виде льготных займов по программе противодействия противоэпидемическим заболеваниям. Проект компании «Нанолек» предусматривает обеспечение государства препаратами для борьбы с коронавирусом. На него предприятие получило в виде займа 417 миллионов. За счет этого создадут 15 рабочих мест, дополнительные налоговые поступления составят 69 миллионов. Компания «Аварус» наладит выпуск лекарств, которые помогут в лечении эпидемиологических заболеваний. Займ составил 150 миллионов. Чиновники ожидают, что этот проект принесет в бюджет области 32 миллиона. Программа «Экономика». Европейский требует с администрации Кирова 35 миллионов рублей. Торговый дом обратился в арбитражный суд с иском на такую сумму к департаменту муниципальной собственности. В чем суть претензий, неизвестно. Но это уже не первый иск европейского к мэрии. Первый был подан в июле, но торговый дом не смог оплатить госпошлину за его рассмотрение. На счетах организации не было денег. Экономика на 101 FM. В Кирове продаются офисный центр за 200 миллионов и гостиница за 50. На популярном сайте объявлений появился лот о продаже офисного центра на Московской 107Б. Общая площадь объекта 3500 квадратных метров. В офисном центре 9 этажей, ресторан, есть парковка на 50 мест. Просят за объект 199 миллионов. Также на днях на Авито на продажу выставили гостиницу на Пристанской. На 3 этажах располагаются 12 номеров. Рядом есть еще одно здание, там баня. За гостиницу просят 50 миллионов. А еще в Кирове продают торговый центр «Атлант» за 22 миллиона и здание эко-ярмарки «Нащерса». Последнее выставили на продажу еще в январе. Но его до сих пор не купили. Цена 250 миллионов рублей. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 73 рубля 26 копеек, евро 86,41. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.